наверное, видели уже утреннее видео, но я не знаю. Скажу потом, как прошла поездка. Давайте. А походу можно тебя снимать? Ну, не знаю даже. Посмотрим, да? Да. 3 недели назад было очень плохо. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Кто дружен, не страшны тревоги, там любые дороги дороги. Там любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас мы остановились на Чутово. Такая короткая остановка. И пьем горячий шоколад. Угу. Сходили в ненормальный какой-то туалет. Это родина специфических слов. Там написано, только я не вижу. Кто это? Нет. Тигр за клеткой. О, он лежит, смотри. Отдыхает, да? Там тигр. Ему жарко. Жарко? И он смотрит на... Ты знаешь, мне кажется, что он смотрит на малышей. Мы вообще не подсоединили. Впечатляюще. Это енот, да? Арктический волк. Волк, мама, это волки, альбиносы, наверное, да? Арктический. Класс, красиво. Да, это... Алло. Нравится? Что ты знаешь? А написано. Где? Лен. Вот там. Там еще волчата. Ага, молодые, да? Евразийские. А там, наверное, воду наливают, мне кажется, летом. Да, да, да. Не кошечка? Что? Ты хочешь кошечку? Домой? Что домой не будет? Что ты просишь? Вот эту кошечку. А что отвернулась? Хочу эту кошечку, потому что... А как ты определяешь? Лось. У него хвоста нет даже. Глянь, сколько рогов. Да посмотри, нет. Три рога. Смотри, он просто... Четыре. Закрученный туда. Смотри, всякие разные, получается. А, так у них... Не, у всех так. Боже. Вот еще один выскочил. Может, он на ногах стоит? Саша! Ну вот.
у тебе на голові? Обіа пасує. Балабон якийсь. Помніш, як ти так дразніш на вокзалі? І курицю. Ліз, лицовник, не надо? Боже, попа. Попа. Обезьяны краснопопые. Наверное, их тоже будет. Это тигр полел. Ничего.
Так, морду видишь. Мама, вот твой. Мама, вон стоит, видишь, у него гарпан. Фотографируй, давай сейчас фотографируй. Старый. Оля, сюда. Пехота зайти за ним? Нет, нет. Чего вы поделаете здесь? Я тебя пошли, ты что? Ты что? Ловичка. Прикол, да? Пойдем! Концерт закончим! Пойдем ты за мороженое! Крути. Оно. Унесел с собой унесло. Давай, дядька, потому что если я не расскажу, значит люди, соответственно, не будут ходить туда, правильно? Конечно, не стесняйтесь, дорогие друзья, все совсем. Большим девочкам тоже можно. На, тебе побольше. Хорошо. В кармане выпал. Итак, дорогие друзья, подходим, яблочек осталось не так уж много, а они, вправду, очень вкусные. Це не краснопопа горіла, ні?
понравилось. Сначала, где ты была? Я была в зоопарке. Так. Понравилось? Да. Кого ты видела, кто впечатление оставил? Это же кошка черная. Пантера? Да. Ого. А львы? Да. Тигры? Лев там рычал, да? Ага. Рекомендуешь? Да. Что да? Сходите туда и все.